Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Кривова Вероника Анатольевна. Я являюсь руководителем новой магистерской программы, которая открывается в Институте педагогики и психологии и образования Московского городского педагогического университета. Программа называется «Тьюторское сопровождение детей младшего возраста». Когда вы слышите слово «тьютор», как правило, вы думаете о сопровождении инклюзивного ребенка, ребенка с особыми образовательными потребностями. Но наша программа будет ориентирована на другую сторону вопроса. Мы рассмотрим тьютора как человека, который сопровождает одаренного ребенка, который сопровождает ребенка дистанционно в процессе его образования. Вы узнаете, как использовать анимационные технологии в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Вы научитесь использовать современные дистанционные технологии, те ресурсы, которые есть в среде, в образовательной среде мегаполиса, бесчисленные музеи, центры, экспериментариумы. На этой программе есть 30 бюджетных мест. Наша программа реализуется на очно-заочной форме обучения, а это значит, что вы сможете спокойно работать в течение недели, а учиться вы будете только по субботам с 9 до 4. Приходите, ждем вас.